Прием гуманитарной помощи в специальных пунктах МЧС, поступающий от населения, завершен. Вся собранная одежда, продукты питания были переданы комиссии гражданской защиты Сукулукского района. Собранные вещи, продукты питания и другие первые необходимые для нужд граждан пострадавшего, они уже переброшены на склад. Сегодня будет заседание комиссии гражданской защиты, которая будет распределять эту гуманитарную помощь пострадавшему населению. Более 4 тонн одежды различного вида, несколько десятков тонн продуктов питания, одеяло, мыломойка и туалетные принадлежности. По предварительным данным, гумпомощь будет передана около 140 пострадавшим. Полный список пока еще уточняется. Мука здесь, макароны, кетлап и вещи. Вот. И игрушки собрали вот люди, и остальные чай, туз, соль, сгущенное молоко. Мы принимаем вот по списку, все акции оставляем и вставляем вот по местам. Вот. Масло, соль в соль, туалетная бумага вот в одну. Для прозрачности распределения гуманитарной помощи в состав комиссии будут привлечены сами пострадавшие, местные аксакалы, представители молодежи и соответствующих служб. Всего 21 человек. Ранее сообщалось, что гуманитарная помощь пострадавшим в результате авиакрушения турецкого самолета вблизи аэропорта Манас будет распределена 11 февраля. Вместе с тем, как сообщает в МЧС, спецсчета для перечисления денег еще не закрыты. Желающие помочь еще могут это сделать. По последним данным, в помощь пострадавшим поступило около 55 миллионов сомов. Боты Сайфра Хаджиныбекова, Асхат Ибраимов, НТС.